Ну что ты, футбольный критик, который валяется на дырявом диване и больше всех знает. Предлагаю обсудить следующую новость. Алексей Шпилевский, это белорусский специалист, главный тренер кипрского Ариса, стал чемпионом Кипра с этим клубом. Я напомню, что Шпилевский молодой специалист, ему 35 лет всего лишь, как и мне. Вот так-то, респект. Ну, я охренел, конечно, когда узнал. И нужно отметить, что Арис впервые в истории своей стал чемпионом Кипра. А клубу 93 года. Так что подними свой палец и напиши об этом свой комментарий. Будет интересно почитать, как ты считаешь насчет этого, нормально это или нет. Ну или поздравь пацана. Yeah.